Фила Карнак. Фила – древняя святыня Египта, к строительству которой приложил руку не один фараон, начиная с 12-й династии. После того, как строительство было закончено, в городе остались только жрецы. Главным богом, которому поклонялись в Фивах, был Амон. Скрытый. Ра – отец и царь богов. Обычно он олицетворяет силы рождения и воспроизведения. Вот в его святилище был закрыт для простых смертных. Так было, пока правители Мемфиса не организовали бунт против духовной власти, во время которого они выкрали из храма знак солнца, который сейчас у тебя. Фивы состоят из двух частей – Карнака и Луксора. Сейчас мы находимся в Карнаке. В первую очередь ты должен выяснить как можно больше о знаке солнца. Этому предмету всегда придавалось большое значение, так что, я думаю, сведений о нем должно сохраниться много. Наступила ночь, но сейчас не время спать. Я знаю, что ты устал, но необходимо начать поиски немедленно. Так, вот сейчас первый у нас секрет. Надо идти пятиться назад. Все, найдена щедрая земля. Иначе бы двери закрылись, мы бы сюда не попали. Так, здесь у нас пушечные ядра. О, про тебя я не знал. Так, хорошо. Сколько у тебя хп-то? Уже не пишут. В принципе, не так уж и много. Если ты, конечно, вообще один. Так, всего секретов у нас здесь 8, по идее. Да, 8 секретов. Так, а общее время игры? 27 часов. Неплохо, я поспал. Просто пока спал, у меня игра была включена. Так, все разрушилось. Так, вот в тренировке такого не было. Я там тоже пробовал так попасть в секрет. Там, оказывается, можно так попасть. Приколов не было. Я вроде ничего такого серьезного ты не взял. Но здесь что-нибудь у нас появилось? Нет. Ничего. Богатая земля. Все, уходим. Второй щедрый двор. Так, дальше у нас секретная область. В зале с колоннами есть две кнопки, расположенные в левых и правых частях. Так, это мы, это, да, это я помню. Я вообще думал, что этого уровня не будет. Я думал, тренировка это как отдельная зала. Так, получается, я уже здесь был. Я уже знаю, где эти кнопки. У нас там был револьвер. Наверху. Сейчас, по идее, там должны быть пушечные ядра. Найдена секретная зона. Да, вот здесь пушечные ядра. Это у меня можешь сломать? Можно. Так, только в тренировке там не было быка. Есть немножко другие монстры. Но секреты, по идее, те же. Да я тогда особо в них не вникал, то есть так пробежался. Сам что нашел, то нашел. Так, второй секрет у нас находится. Секретная область в бассейнах. Найдите место, где лежат ядра. Так, ладно, до бассейна сейчас дойдем. Так, пока еще рановато.
Да, такого в тренировке тоже не было. Не вовремя, да? А у нас там была анимация. Ну, кат-сцена вот такая перед бассейном. Там меня Гнар укусил. Мы не смогли ее посмотреть. Серьезно? Так, ну, маленьких надо по одной ракете. Большого, по-моему, 5. Тут мы 2 снесли, эти 2 сфинкса. Появился лавовый. Пока они самые неприятные. Тренировки также было, но без вот этого. Куда ты полез? Так, и возвращаемся. Факела можно расшибать. Этого не знал. Если темно станет. Ну, по идее, немножко становится темнее. Да, то есть освещение от них все-таки какое-то идет. Тогда здесь по бокам появлялись. Раз никто не появился. А, ну, конечно. Здравствуй. Сюда, кстати, не зайдешь. Сломать можно? Нет. Да, есть уровень немножко. Так, сейчас. Эй, не то, что мне надо. Ладно. Второго сфинкса не убили, никто не появился. Там ядра, наверное, лучше взять. Да, взяли. А почему не взяли? У нас максимум, что ли? 50 максимум. Тогда будем пользоваться. Че их хранить? Они самые мощные. Я думал, ты прям стоишь.
Так, здесь у нас три кнопки. Нам их не нажать. Из-за оружия. Да, прицел, потому что забивается. Так, почему-то у меня миниган стал стрелять сразу. Без раскрутки. Такого же не может быть. Нету. Так, вот там у нас был скорпион тогда. Сейчас не знаю, будет так тоже. Так, и был квест, туда не надо было заходить. Надо было убить отсюда. Здесь такого нету. Еще не было. Так, хорошо. У нас еще есть такая, про нее вообще забыл. Так, в принципе, здесь, я так понимаю, можно заходить. Здесь никакого секрета нету. Так, бери. Золотая амулет — символа жизни. А, ну да, я там на тренировке, здесь ракетница лежит. Типа его надо убить без использования ракетницы. Так, это я помню, сейчас нас тут запрут. Немножко потемнеет, туман. Прыжки их немножко видно. Все, открываю дверь. Так, ракеты кончаются. Так, сейчас посмотрю в правой части бассейна. Все эти секреты. Мостик за дверями. Мало ли, все-таки тут что-то есть. Помните, святилище. С уровня. Нет, все-таки ближайший — это бассейн у нас идет. Да, все правильно. Вдруг куда здесь надо запрыгнуть. Так, мы еще здесь не взяли оружие. Патроны. Вот опять без раскрутки начал сразу стрелять. Как так? Так, сейчас наверняка надо подойти к двери. Нам напишут, что анализ пройдет, что она закрыта. Так, ракеты мы возьмем.
ракетами мы пользуемся. Анализ. Так, не то нажал. Дверь заперта, чтобы выяснить, как ее открыть, мне не хватает данных. Придется вернуться сюда позже. Сначала достань золотой идол Амона. Он находится в храме Амона в дальнем конце двора с бассейном Ангх. Эта статуя понадобится нам, чтобы открыть ворота Луксора. Уверен, что плавать в темноте тебе понравится. Очень. Так, вот сейчас у нас вот здесь была подсцена, она прервалась, потому что нас кто-то бил в спину. Сейчас вроде никого нету. Бассейн в виде креста. Так, у тебя не было там тренировки. Так, 5 не хватает. 6. Так, что у нас здесь в бассейне найти? Найдите место, где лежат ядра. Здесь есть участок с выдвижным полом. Так, ядра, где у нас ядра? Ты не ядра. Тоже не ядра. Здесь, по-моему, что-то должно быть. Стенка, ну это другое, по-моему, другое секретное место. Стенка другого цвета. Ее нужно толкнуть. Кто-то забрать. Анализ полученных данных. Послание от Крутим. Найден секретный папирус. Удивительно, но он написан по-хорватски. Вот перевод. Мы рады, что вы оказались таким храбрым героем, что дошли до этого места. Продолжайте в том же духе. Надеемся, что игра вам нравится. Компания Крутим желает вам удачи. Историческая справка. Крутим была небольшой и не слишком удачливой фирмой, которая занималась разработкой компьютерных игр. В самом начале 3-го тысячелетия она выпустила игру, название которой совпадало с твоим прозвищем. Крутой Сэм. Затем, после множества плохо оформленных продолжений, вышла игра Крутой Сэм 15. Ментал возвращается. Опять. Действие ее происходило исключительно в канализационных туннелях, темных пещерах и мрачных подземельях в готическом стиле. Эта игра стала хитом сезона. Компании удалось продать около 387 миллионов копий. Не знаю, связано ли это как-нибудь с нашей миссией. Скорее всего, нет. Так что просто продолжай двигаться вперед. Прикольно. Послание. Но где ядра? Да, там у нас проход. Здесь у нас тогда была аптечка, а вот здесь сейчас находится ядра. Так, вот у нас немножко выделяется. Тоже надо тыкнуться. Так, мне воздуха, наверное, не хватит. Наружная секретная зона. Так, патроны, патроны. Броня. Ракеты самое нужное. Ядра у нас не берутся. Как бы все. По-моему, где-то гарпия. Нет. А, это у нас рыбешки.
ладно. Так, следующий секрет. Где у нас следующий секрет? Так, секретная область, мы ее нашли. Секретное место. Правая часть бассейна, есть небольшая выдвижная стенка. За ней лежит броня и послание «Открути», пасхалка. Это мы забрали. Секретный проход. В следующей комнате с мостиком за дверями храма. На стенах есть две кнопки. Нажмите их, и они откроют секретный проход в полу монолита, который стоит в центре бассейна. Вот, на тренировке я тогда их нажал. Но я не знал, что у нас открылось. То есть я рядом там побегал. Ничего нету. Открывается у нас, получается, вот здесь вот. Это вот здесь выдвигается. Если отсюда подойти, здесь не видно ничего. Даже намека, что здесь что-то может появиться. Так, тогда получается можно сразу следовать туда. А, ну сначала к двери надо подойти. Проанализировать. Карнак, святилище Амона. Вход в святилище Амона запечатан. Этим путем не пройти, открыть дверь невозможно. Однако золотой идол нам необходим. Должен быть другой путь в святилище. Сэм, поищи другой вход. Прямо на картинке видно, что у нас вот здесь. Так, две двери. Туда пока не заходим, потому что там потом дверь закроется. Так, может сохраниться. Вот у нас первая кнопка. Здесь у нас вторая кнопка. Так, что, вы ничего не сказали? Открыт тайный вход. Вот, отлично. Написали. Теперь снаружи нас будет ждать тайник. Не, дробовик здесь уже ни о чем. Здесь у нас больше ничего. Это что такое? Не очень понятно, что это такое вообще там наверху. Лампочки не могут быть. Пожарки тем более. Это тоже связано типа как со свечами. По-любому какая-то подсветка. Забавно. Сирианские пиктограммы. Пока ты тут развлекался, я обнаружил массу интересных надписей. Все они написаны пиктографическим письмом. Это те же символы, что были найдены в Абу-Симбеле. Расшифровка текстов Абу-Симбела в начале 21 века стала, как тебе должно быть известно, поворотной точкой в истории человечества. Мы унаследовали некоторые из знаний пришельцев и продолжили путь к звездам. Похоже, что после посадки пришельцы Сириуса жили здесь, в Фивах. Их, разумеется, принимали за богов. Сириане этим воспользовались и превратили Египет в огромную стройплощадку. Впрочем, Фивы и по масштабам стройки перещеголяли другие города. Здесь возводилась Великая пирамида. Взамен инопланетяне способствовали росту Египетской империи. Но когда Египет обрел могущество, правители Мемфиса решили, что они справятся и без помощи Фив. Настроить народ против города жрецов было несложно. Постоянное строительство храмов высасывало все соки из простого люда. И вот мятеж начался. Большие ошибки совершить было нельзя. Вскоре Египетская империя распалась на части. Интересно, что все тексты здесь, в Карнаке, написаны простым и символичным языком. Их явно писали не сирианцы. Это должно быть работа жрецов, избранных пришельцами для службы. Похоже, что сами сирианцы обитали в Луксоре. Тебе нужно отправиться туда.
Так, это, конечно, хорошо, но выход у нас к бассейну. Так, ну здесь, по-моему, никто не будет появляться. Так, что он здесь? Крест, глаза. С этой стороны телепорт. Так, по идее... А, ну да, я получается, там тоже в тренировке бегал, то есть я после того, как эту потайную дверь мы открыли, тайник, я так посмотрел, вроде бы ничего нету. А по факту здесь у нас вот выдвижная такая вот... Такая секретка. Так, опять у нас что-то с этим... с гравитацией. А опять эта штука. Так, и что мне? Переключить гравитацию? А, и все упало. Прикольно, прикольно. Так, получается... подойти. Просто жижа. Так, хорошо. Можно отсюда уходить. Секретным защитам. Третий, по идее, должен быть. А, 5 из 8 уже. Так, с мостиком. Ну да, получается 5 из 8. Так, шестой. В комнате святилища, где лежат много боеприпасов, есть два небольших бассейна. В левом их... Из них есть выдвижная стенка, которая ведет в необычный купол. Так, помните, в училище лежит много боеприпасов. Мы отсюда надо уходить. Святилище это совсем другое, по-моему. Да. Отсюда мы уходим. Дали. Так, вот здесь наверху появлялись тогда. Вот здесь у нас был миниган. Сейчас никто не появился. Относительно. Вот эти безголовые там были тогда. Так, тебя здесь тоже быть не должно. Бассейна. А, ну, мы тот тайник, по-моему, находили. Да, тогда мы его тоже нашли. Это у нас где-то здесь. Был в стене. Наружная секретная зона. А, ну сейчас, да, красная комната. Это что в HD-версию этот круг у нас ушел. Все, переделали.
То есть уже нельзя так по стенам ходить. Типа как бы отменили гравитацию. Так, если мы все соберем, появится. Хотя уже должны были появиться. А, здесь по-другому, здесь бык, по-моему, появляется. Нет, не бык. Гнар. Либо все соберем. Тогда бык появится. Так, где кто? Тоже гнар. Все как в тренировке. Так, все, делать здесь больше нечего. Чего же делать? Нечего. Так, следующее, что у нас секретный запас патронов. На площадке в конце уровня пройдите к левой стене. Здесь есть маленький участок сложной стеной, через который можно пройти и забрать боеприпасы. Так, где у нас финальная вообще локация? Карнак, опасность рядом. Здесь очень тихо, и мне это не нравится. Возможно, это засада. Ты хорошо вооружен, и со здоровьем у тебя все в порядке, так что особых проблем у тебя возникнуть не должно. Однако будь осторожен, Сэм, я чувствую опасность. Что, они разбиваются. Так. А, ну да, это вот здесь у нас находится. По-моему. Это здесь сложная стена. Так, лягушки. Очень не хватает огнемета. Может, этим будет удобнее? Тоже неудобно. Можно так. Надо их в кучу собирать всех. Все-таки лучшее средство это Томпсон. Тоже. А, и сверху прям. Слишком тихо. Так, ну может быть все. Надо броню взять. Так, взяли таблетку, дали ХП.
Походу все. Так, место это, не это. Фальшивая стена. Может быть, место и нет совсем. А, у нас есть... Все, сейчас еще дальше пройдем. Дверь не открывается. Сама дверь, очевидно, не откроется. Нужно найти способ открыть ее. Так, ну это я помню, да, бык. Появляется бык. Нужно отскочить. Так, у нас получается... Да, вот здесь, по-моему, стена идет. Наш секрет. Так, секрет у нас где-то вот здесь, фальшивая стена. Просто мимо пройти. Там не написано в подсказке, что надо взорвать ее. Так, очень неприятные камикадзе. Так, мы все-таки это не там. На площади в конце уровня пройдите к левой стене. Так, вот эта площадь в конце уровня. Нужно сначала всех убить, потом пойти. Маленький участок. Так, посмотрим. А, вот, скорее всего. Все, нашел. Вот он, маленький участок. Другого цвета. Не открылось. Надо присесть. Нажимается, если присесть. Вот. Обнаружено местонахождение секретного боекомплекта. Отсюда, кстати, сражаться можно. Эй. Я просто взяли и выдвинули. Спрятаться там нельзя. Так, последний секрет на секретное здоровье. Во время боя на площади вы увидите сообщение типа «Активное секретное здоровье». Пройдите к правой стене, здесь откроется небольшая стенка, за которой находится секретное здоровье. Так, пока такого сообщения у нас не было. В тренировке, помню, было, да, такое. Я тогда не понял, что это значит. Ну, просто активировано, все отлично. Какой-то бонус нам. Так, мы будем держаться около правой стены. Это здесь что-то откроется. Где? Сейчас, наверное, в конце еще голем какой-то появится.
будете тратить 50. Так, и что где? Лет на здоровье доступно. Так, вот где-то здесь справа теперь надо смотреть. Так, либо вот это. Нет, не это. Вот это, которое с тенью. Так, что пишет? Так, пройдите к правой стене. Не успели. Так, к правой стене. Все здоровье здесь уже было. А кому что мы уже засчитали его? Нет, 7 из 8. Так, пройдите к правой стене. Большая стенка, за которой находится секретное здоровье. Так, мы прошли. Может, здесь. А, вот. Вот у нас есть. Не знаю, раньше было видно, нет? Тоже, наверное, да? Тоже надо присесть. Наружное местохождение секретного здоровья. Там и здесь находится, в принципе, по центру. Лови. Берется. Так сам с собой играть. Бейсбол. Оу. Так, хорошо, все. Все 8 из 8 секреты нашли. Идем в следующий уровень. Не финал. Это место я помню. А, нет, все. Тренировки там на нас побежали. Так, хорошо, 7 из 7, 8 из 8. Секреты найдены. Идем дальше.